там была первая! Я первая нашла это место! Я там собиралась сделать прекрасную цветочную клумбу! Уже засадила подсолнухи! Там не нужны подсолнухи! Оттуда открывается великолепный вид на горы! Там все уже есть, и не надо ничего рыхлить и загаживать! Засаживать? В данном случае это одно и то же! Я первая нашла это место! А почему бы вам не найти компромисс? Нюша сажает половину клумбы, а Бараш любуется половиной гор. Тогда и подсолнухи пусть будут в половину роста. Тогда и ходить ты там будешь только в первой половине дня. Карыч! А что? Ты помнишь, мы договаривались на половину клумбы и половину всего, что там будет? Не было такого договора! Мы договаривались, что ты будешь смотреть только в первой половине дня и только половину гор! Видишь? Ей! Нельзя верить на слово! Надо все фиксировать на бумаге! Пиши! Что писать? Пиши договор! Слушайте, я вам что, юрист, что ли? Попробуйте договориться сами. Вы уже взрослые. Карыч, я тебе всю картошку почищу. Будь добр, составь договор. Я что-то не поняла, Карыч. Ты за кого? Я за мир во всем мире. Картошку он тебе всю почистит. Сговорились? Дурочку нашли, да? Ну-ну! Там все по справедливости. Я хочу вас помирить. Не буду я это подписывать. Жулики! Вот! Лосяш теперь мой юрист. Смешно, да? Читай. А что, нормальный договор? Я не поняла, ты за кого? Ты мой юрист! Мой! Я тебе обещала полы помыть? Читай внимательнее. Ну, может добавить, что Бараш после 10 вечера не имеет права приводить с собой на это место никого без твоего разрешения. Точно! Я протестую! Я свободное животное! Кого хочу, того! Куда хочу, того! Куда, чего! Я и привожу! Я без всяких разрешений! Давайте добавим пункт, что он может приводить с собой без спросу группы до 20 персон. Вполне разумно. Я согласна! Да будет так! Как вот так можно? Ну, всякое бывает. Поссорились, помирились. Не поделили, поделили. Слон С5. Ну, зачем раздувать так все? Впутывать в ссору других. Конь F4. Записывать какие-то глупости на бумаге. Тыкать этой бумагой в нос друг другу. Так, минуточку. Ладья здесь не стояла. Минуточку. Минуточку. О, пардон, пардон. Тысяча извинений. Ваш ход. Карыч, мне нужна твоя помощь. Она говорит, что я имею право любоваться половиной гор только половиной своих глаз. Либо одним, либо двумя, но полуприкрытыми. Усмири ее. Эта музейная редкость твоя. Не выйдет! Ничего у вас не выйдет! Мой юрист вам сейчас расставит все точки!
ручки на бьё. Хватит, все! Угомонитесь! Нет больше никаких юристов, по крайней мере, у нас. Да, завязывайте сутяжничать. Повесьте качели, большие, чтобы вдвоем поместиться. И висите на них, хоть над клумбой, хоть без. Качели? Хорошая идея. Мне тоже нравится. А сразу нельзя было посоветовать? Столько крови выпили из нас, юристы. Юристы! Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез. Не человек, а динамит, и подо мной земля горит. И в общем правду говорят, но в этом я не виноват. А виноват-то в этом тот, кто у меня внутри живет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабут и оборвок. Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка. Я мог бы марки забирать. И тихо сидя за столом, листал бы старый книжный том. И все соседи наконец сказали бы: ты молодец! Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабут и обормот. Он все творит из-под тишка, так что кружится башка. Он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка. Он баламут и обормот, он на слабо меня берет. Он у него внутри живет, он на слабо его берет. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он все творит.